В выходные в Ишиме выдавали материальную помощь владельцам жилых домов, пострадавшим от половодья. Компенсацию в размере 50 тысяч рублей назначил губернатор области. На данный момент ее получили 1294 домовладельца. Напомню, выдача денежных средств осуществляется во всех пунктах временного размещения людей в 6 окнах Центра соцобслуживания населения «Забота». Есть определенные шероховатости, то есть какие-то дома не попали в списки, поэтому у нас сейчас сформировано, допустим, уже дело спорных вопросов, которые мы будем решать дополнительно. Ну и каждому случаю подходим индивидуально, отрабатываем на прямой связи со специалистами МЧС. Но пока, слава богу, довольны. У меня претензий нет, и к МЧС у меня нет претензий. Они нам помогали, помогали поднимать вещи. И что я скажу, они постоянно, если мимо нас ходили, заходили, что вам помочь, что, обращайтесь, телефоны у нас были, все. Ну, пока спасибо всем.